Его купил и даже не заводил. Но оно щелкало, не срабатывало, щеток же не было. Всем привет, друзья. Подсъеденный. Ну да. Ну, будет работать. Ну там нагрузка крутится вот так, за ремень тянешь мотор. Судя по тому, что ты разобрал, то щеток вообще не было. Ну две было там. Ну плюсовых не было. Вот видишь, она уже медная косичка, не щетка, а медная косичка. Ну да. Ну это мы так купили уже, так и было. Это шлифануть можно. Вот это друг, я понимаю, спасет сейчас машину. Машину нашей мечты. Ну, это похоже что-то тоже. А, слышишь, бендикс в одну сторону должен крутиться, в одну нет, ну, да? Да. Все правильно, да? Запорожец, ну так это запорожецкий есть, а какой? А, или у тебя там со шпильками он, по-моему, да? Там одна шпилька, один болт так закручен. Я не знаю, правильно это или нет. Не, не на этом, а на запорожском. Ну, две шпильки у тебя, по-моему, почти. Да, там как-то по-другому. Да, там две шпильки. А дальше ты что, не смог разобрать, да? А что дальше разбирать? Покажи, что ты разбираешь. Ну, чтобы якорь там уже пошлифовать. Ну. Да не, ну я уже думаю, поеду к профессионалу, что я буду, блин. Я увидел, когда увидел эти щетки, заплакал, и слезы начали течь на ноги, ноги намокли, и я уехал, короче. Я прыгнул в бэху семерку и прилетел к тебе. То она все по-жесткому. Слышь, у тебя самое компактное помещение, ремонтное помещение в мире. Тут у него есть... Как ремонт запчасти. Часов. Как ремонт часов. Ремонт обуви. Ну, хаос такой нормальный, боевой, да? Сейчас, да, я обзор помещения. Тут у него есть все, короче. И даже потолок. И стены у тебя какие модные, утепленные, да? Ну, стартер хороший, ты представляешь, это еще... Он должен, ну, Хрущева-то он помнит 100%, а Брежнева, Хрущева, а может и Сталина даже, стартера же могли раньше делать начать. Да, прям. Зарплаты в каком году? 65-го. Ну, в 62-м начали выпускать. 9 лет после Сталина. 9 лет, да, да, 9 лет после Сталина. Но все равно еще его этот дух летал еще. Еще люди боялись. И видишь, делали качественно. Посмотри, какой стартер красивый. А машина какая шикарная. Я сейчас починим, буду, приеду, буду тебя катать. Так она обычная коркам. Или тюнингованная же? Да не, в оригинале ты че? Вообще со звездой на капоте. Со звездой. В оригинале. Бомба, а не аппарат. Нравится. Говорит, говорит, не нравится мне стартер. Как не нравится. Посмотри, какой красавец вообще. Слышь, у тебя, чтобы снимать здесь помещение, вот мы крайне узкое. Вот я, чтобы снимать, приходится висеть над головой у Вована. Надо какую-то палку брать, селфи-палку брать с собой, когда к тебе еду. Я что-то не продумал этот вопрос. Но обычно я в это окно снимаю. Но сейчас же не май месяц, в окно сложно. Блин, 65-го, 56 лет не откручивались эти винты, да? Смотрите, у него есть все тут. Блин, слышь, так тяжело снимать. Я балансирую на одной ноге, понял? И пытаюсь плечом не выдавить окно. Вдруг я упаду, друзья, это я выпал в окно, значит. Вован, ну мы так... Мы так... Тяжело нам, а куда ты идешь? Чинить? Смотрите на кота этого. Красиво. Так, Вован идет на ремонт. На ремонт. Слышишь, тут такое все ретро, как раз под цвет даже моей машины можно ехать на ремонт. Вот там то Toyota висит или же Nissan? Какой-то подняли на подъемнике где-то в 89-м ее, и так она и стоит. Toyota, да. Ну, станок есть. Тут
все по-жесткому. 12 век. 12. Да какой 12 век? Лица 3, 12 век. Не, ну такое хорошее. Ну какой-то они не вчера сделаны, да? Да, сабля. Кинжал такой конкретный. Не знаю, где его откопали. Не вчера сделан явно. Тут делали этот ультратанк, который похож на Бентли Академика, только он тут был на базе X5. Здесь его делали, кстати, именно в этом боксе. Вон Toyota эксклюзивная. Да, изменились машины. Просто, ну, нереально, скажем так. Ё-моё, слышишь? Вот так он таким не был, когда его на заводе выпускали, наверное, стартер этот. Она тут серьезные технологии. Лампочка Ильича. Станок тоже времен Ильича, да, Вован? Какой-то немецкий даже. Да ну ладно. Я читал название, какое-то не наше, видишь? Слышишь, так это с этим кинжалом где-то они рядом нашли этот станок и кинжал. И ту Тойоту, да, вместе они где-то были. Раритет. Да. Стартер будет работать, я думаю, надеюсь. Ну, классно получилось. Я думаю, будет работать. Хотел еще показать, когда-то я тут был возле этой Тойоты 80-х годов. Ну, это где ударено, поржавело, а тут лонжероны, все целое полностью. И там тоже, кстати, номерные панели. Да, делали же машины. Это даже не 80-х, наверное, это. Хотя, это Кэмри. Вован, а какого года это Кэмри? Судя по номерам, на учет КВКН. В 90-х годах на учет ставилось, да. 1, 2, вот там 3, вот здесь 4. А вот еще Кэмри, слышишь? А это хорошая, да? Там хорошая. 2 литра. Тут есть фанат этого бренда. А это такая же, наверное, похожая на ту белую. Чуть новее, наверное. А нет, точно такая. Да, классная машина. Заглянем, как внутри. Да, делали штачки. Ну, основное в ней качество и металла, кузова, двигателя. Вечная машина, если аккуратно эксплуатировать. Ручки с нержавейки, наверное. Судя по тому, сколько им лет, и они целые. Не поржавели. Ничего. Еще одна Камри. Короче, логово Камри. И масочка висит. Ну вот он делает. Хорошо заклеили. Так, а что ж, Никита Сергеевич следил, как попало, не делали. Да. Щетки вот здесь. На, сразу запчасти все бери.
пружинки там он. Да, очень компактное логово, конечно. Я тут нахожусь только когда это. Когда сборка идет, да? Да. Ну, сборка, разборка. Так он вчера целый день накрасили. Ну, не целый день, полдня, больше чем полдня. Снимали? Но снимал генератор, потом ну, отремонтировал. Там, проблема в щетках была. Снятие установка там жопа, у них даже аккумулятор там так, стоит, так, знаешь? Под крылом. Хотел зарядить аккумулятор, посмотрел на аккумулятор, плюнул, чтобы не вынимать его, пришлось до плюсового дотянулся там. Ну, я понял. Зарядку, а минус уже там есть выход на кузове, на кузов прицепил. Крайслер, да, может, только что тоже товарищ звонил, говорит мне, на Крайслер аккумулятор нужен, говорит, приеду скоро. Какой? Трехсотый тоже. Трехсотый. Да. А, так ты на таком и снимал, ну, чинил. Да. Но у него 60-ка влазит. Обычно там есть Стратус и Себринг, понял? Там маленькие. У меня был когда-то Стратус. И под крылом. Это первый, кстати, мой американский автомобиль, который у меня был. Ну, так, дизайн интересный. Такая машина приятная в плане. Ну, такая была немножко заезженная. Да, там... Продал я ее. Пришлось еще, ну, помимо снятия, чтобы снять генератор, надо было снимать где телевизор. Спереди? Ну, где телевизор спереди. Снизу он там целая лыжа такая. Ёлки. Ну, короче, нормально там, да? Вывешивать радиатор, чтобы он... Да? Да, там, чтобы... Чтобы генератор снять. Варианта, либо подрамник, если снимать. Ну, да, не, ну это вообще жесть. Либо радиатор. И никак подлезть никак невозможно, да? Ну, вытащить невозможно. А, вытащить невозможно? Нету места. А 2,7 или какой-то? Да. Да. Понятно. Блин. Ты специально под мой стартер затачиваешь? Илича тут есть. Слышишь, Вован, у тебя тут все ретро, понял? Сверлилка ретро, нож ретро, лампочка Илича, а паяльник тоже у меня такой в детстве был, кстати. Да ладно. Да, ну по крайней мере внешне похож. Ну может там у тебя... Короче, слышишь? Телефоны были с ручкой и с циферблатом, да, сейчас поменялись немножко. А паяльник какой был, такой и остался. Ничего нету, да. И Кэмри другие, слышишь? Кэмри ж были, сейчас вот мы на улице видели какие, одна на подъемнике, одна и три на улице внизу. А паяльник такой же. Да, с последней сравнить, 70-й, конечно, небо и земля. Ну, так у всех. Вчера к товарищу X6 приехал, там что-то пишет. Ну, что-то там, какой-то восклицательный знак. Человек мимо ехал, заскочил, говорит, глянь, что там. Понял, он считает, все считает, когда поменять. В декабре надо было поменять тормозную жидкость, пишет. И говорит, вот засветилось. Масло через 4000 поменять. Ну, все посчитано, короче, каждый шаг. В интернете не видел, как этот? Нет, что? Телка звонит мастеру, говорит, у меня какая-то лампочка засветилась. Мужик сидит, срет. В смысле, мужик срет? Ну, пришли фотографии. Там присылают фотографию, там высветилась на панели вот такая вот картина. Какая? А ну. Минус 4 градуса. Минус. Какой-то мужик. Слышь, такое специально не придумаешь. Подожди, где ты нарисовал, елки? Мне с собой отдай мне я, чтобы это. Блин, пропал. Рисуй по новой. Слышь, исчезла. Это она, видно, колдунья, понял, и спрятала. Точно, похоже. Лампочка высветилась, мужик серёт. Да, такое специально не придумаешь. Один приехал, говорит,
я у вас генератор теперь, ну, со снятием делали, а теперь руль типа закусывает. Я говорю, ну генератор к рулю как бы никакого отношения не имеет. Он говорит, ну сядь попробуй. Я сажусь, пробую, чувствую, коврик залез и цепляю там где-то. Коврик убрал, все починилось. Починилось. Ну да, тихо, дети смотрят. Да, бывают такие вопросы задают. Подожди, сейчас из свежего что-то сегодня спрашивают. Заходит человек, говорит, мне диски на Citroen. На какой? Ну, там 14-я Citroen, забыл, какая модель, ну, из не сильно свежих. Я говорю, ну, есть там, цену сказал, все. А он говорит, а диски будут со значком Citroen или с каким-то другим брендом автомобиля? Да, то есть такие вопросы приходят в голову людям, специально не придумаешь. Из старого давай. У вас колпаки сильно пластмассовые, спрашивают? Втягивающие, они что-то всасывающие. У вас всасывающие есть, да? Нет, только высасывающие, да? Человек звонил, подшипник, говорит, надо сепараторный. Я говорю, ну, у меня есть подшипники, но он, а я с типа я на рынке. Я говорю, ну, если ты на рынке, ты найдешь на рынке подшипник. Нет, мне надо сепаратор. Я говорю, что ты за слово? Где ты, ну, вообще, кто тебе сказал, что это такое? Я говорю, может, игольчатый? Да, игольчатый. Сепараторный. Наверное. Не, ну, в подшипнике стоит. Ну, сепаратор, понятно. Он держит, типа, шарики. Шарики, ролики. Да, ну, ему все игольчатый надо, он за шариковый, наверное, у всех ходил, спрашивал. Да, другая говорит, у меня лампочка, чайничек загорелся, да, на масленку. Лампа-ладина. Не, чайничек, не, ну там похоже на чайничек. Но тут на мужика тоже, в принципе, похоже. Конечно, ничего не скажешь. Да, вот это, слышь, это эти виноваты, которые логотипы. Была задача у инженера сделать на табло минус 4, что показывал погоду за бортом. Ну да. То есть, ну как, ну, четверку. Четверку. Ну четверку, да, как-то сделали, непонятно. Слышишь, так это я еще, может, успею сегодня сейчас быстро поставить и на танковую съездить. А, резина не готова. С Луаза там Макс нашел в объяве. Говорит, звони, бери. Ну, понял, Луазовская как раз она 13-я подходит. И она, грунтозацеп хороший, и середина есть. То есть она и по асфальту можно ехать более-менее комфортно. Потому что если тракторку бросить, ну, вообще жалко его. В болото, конечно, не будем его окунать, наверное. Шла сборка. Припаялась сюда. Да. Минус должен. Чтобы минус был, да. А я понял, думал, ты же мне сказал, говоришь, попробуй минус, плюс, там может где-то потеря. Не, я накинул провода и плюс кинул, и минус кинул напрямую. Взял еще второй аккумулятор, думаю, вдруг тут севший. Не, оно так искрило, как... Ну, щеток нету, понятно. Суровый сразу сказал, что щеток нет. Скорее всего. Вот она, щеточка лежит. Остатки. Так, торжественный момент. Запуск. Да ты что, вообще ракета. Блин, так вот так быстро крутит, слышишь? Ракета. Ракета. Все, спас друга. Горбун поедет скоро. Станок, думаю, посмотрю еще раз. Вот Славик, он не нечто. Короче, вот такой. Что, все. Всем пока, стартер готов. Летим. Скоро старт. Подписывайтесь, делитесь. Будет горбун ездить.